В эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В самом начале 2023 года зрители «Видное ТВ» стали свидетелями колоссальных обновлений. В первую очередь они затронули студию записи новостей. Теперь дизайн выполнен в концептуально новой цветовой гамме телеканала. Изменения коснулись и подачи материала. В итоговом выпуске можно увидеть двух ведущих. Неизменным осталось самое важное. «Видное ТВ» – это достоверная и актуальная информация. Поэтому призываю всех присоединиться. Если вы еще не с нами, обязательно настройте свои телевизоры на телеканал «Видное ТВ». И каждый вечер мы будем рассказывать все самое интересное, что произошло за день. Подготовка к обновлению началась еще в прошлом году. Процесс занял немало времени и потребовал от каждого сотрудника много творческой энергии. Постарались, что называется, на славу. Большой прорыв «Видное ТВ» сделало в создании собственного контента. На счету телеканала уже порядка 10 авторских программ. В этом году к запуску готовится еще несколько проектов. Мы не будем пока раскрывать все секреты 2023 года. Скажу только одно, что мы провели большой опрос. Мы учли мнение людей и, согласно этому мнению, будем работать дальше. А работы предстоит много. Усердно трудятся монтажеры. На их плечи сейчас легла непростая, но очень творческая задача. Мы помимо новостей также монтируем различные сюжеты, передачи. Самая главная разница, наверное, в цветокоррекции. Новости идут по шаблону, так скажем, формату, а передачи приходится вот на данном примере лицо Кирилла, его можно покрасить, сделать теплее, холоднее и так далее. Мы над этим работаем в том числе. Меняются и социальные сети телеканала, новые рубрики, голосования, опросы, конкурсы. Подписывайтесь, чтобы оставаться в курсе событий Ленинского городского округа. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».